Всем привет, с вами я, Керосер, а также мои друзья, The Master, Nukem, Shiny Lens и Warren Lee. Всем привет, друзья! Блин, наверное, никто не ожидал увидеть такое количество людей в сегодняшнем видосе. Но, ребят, у нас сегодня будет вот эта паркур-карта! Смог я всех вытащить сюда, позвать, The Master сам напросился. Да, пишу такой, типа, давненько не записывали, черт, не записывали. Он такой говорит, да, давай приходи, мы записываем в это время. Я говорю, окей. Вот, и так мы оказались все тут. Так что, ребят, с вас лайк за такую кучу. Так, го сюда, наступаем. И давайте это, не будем, наверное, мы слишком сильно уж как-то это соревноваться. Так, а чё Макс там прыгает? Макс! Да, вы сейчас же это. Макс, ты заходишь, там никого нет, там никого нет. Зелёная, зеленая. О, там все. Все, Макс с нами. Нажимаем на кнопки и погнали! Так, эта карта, виду очень круто. Что дает нажать, типа, время пошло? А, наверное, это спаунпоинт. Я думаю, это спаунпоинт. А может, понял. Это время? 49. Что это значит 49? 49? Наверное, это видимо, твой это уровень скилла. 49-й левел у тебя. Лестница. Надо аккуратно паркурить, потому что мы толкаемся. Я вот только что перепрыгивал, и меня тут Warren Lee подтолкнул немножечко, да? Так это... Вы знаете, вы можете дать фору кому-нибудь, и после этого начинать уже проходить нормально. Но я дал фору, я пошел самый последний, но, кажется, я всех уже перегнал, кроме тебя, Тарасар, потому что ты пошел самый первый. Ну, это тоже как бы дело 5 секунд, я бы сказал, да. Я упал. Так, куда здесь? Ага, понял, по заборчику, понял. И вот здесь отлично. Самая, как говорится, простое. Сильная сторона. Чё-то я сам последний, ладно. Макс, опасно. И вы, если то я тоже буду не хуже. Что-то вязать, что-то я не понял. Парни, вы меня мотивируете. Давай. Погоди, что там происходит, Тарасар? Где они там? Опа, всё, получилось. Я нет! The Master, да? Туда же отправляйся. Подстава, подстава была, да? Сейчас посмотрю, что тут у ребят происходит. Посмотри. Я Тарасара почти догнал, так, куда дальше? На желтое. Отлично. Один прошел. Понял, куда он здесь. Давай, есть. Красава. Так, я с Шайни тут. Так, сейчас посмотрим, Никита, сюда. И сразу же сюда. Ребята, как вы... Блин! Ладно, принцип понял. Как попасть? Вот сюда как попасть? А разбежаться вот отсюда, с подоконника, Макс. Оп. Я немного дальше пройду, а то Костя уже там заждался. Да не, я подстоял, подождал, теперь что-то подумал, что пора бы немножечко и пройти. С подоконника сейчас. Ой, ну карта красивая. Мне она напомнила те карты, которые мы с тобой, Костя, раньше проходили. Тысячу лет назад? Миллион лет назад. Триллиард лет назад? Еще в исторические времена. Ну да, тогда еще динозавр был. Смотрел Тарасара и Демастера, вот это карта из тех времен. Вот именно. Так, Тарасар, тут на огромную башню нужно подниматься. Так, я помню одну башню. Почти, Никита, я видел. Я помню, Костя, помнишь, что ты тоже вместе со мной... Да, там на одну башню поднимались, на какую-то здоровую. Серии 50 вроде там было. Да, это было жестко. Как там я... А кто такая спиральная, типа? Ну, она не совсем спиральная, это не, другая карта. Не, спиральная была, да, спиральная тоже была, я запомню. Я помню, тогда картинку кролику у Ялы украл. А что там, еще тоже нет, да, дальше? Да, дальше нет, пока все очень просто, вообще ничего сложного не видел. Как вы на забор залезли, скажите, пожалуйста. Короче, используй дабл-прыжок. Дабл-прыжок? Я только сейчас это придумал. Ты же запрыгнул. Вот здесь нужно... Все, ты уже провалил, обратно давай, Макс. Да, обратно, с распрыжки нужно, Макс, обратно. Обратно. Вот с того блока нужно запрыгнуть на этот, и потом без остановки на следующее. Так, ну что ж. Ох уж этот хитрый паркур. Почти. Ладно, я сейчас приноровлюсь. Приноровись. Годы тренировок не дадут о себе долго ждать. Только годы тренировок в будущем должны у тебя быть. Да. Ну что, я эти годы сожму в некие миллисекунды и секунды. Ага. То есть ты это все хочешь сейчас... провернуть все это время здесь, что было. Я допрыгнул. Так, хорошо. Допрыгнул! Ну, слушай, интересная карта. Это карта типа лестницы такой вверх поднимается. Да. Люки же можно открывать? Люки нужно открывать. Фух, я тоже. Никита, я это заснял. Давай, Вова. Спасибо. Вова зря остановился. Обратно надо было, а тут же распрыжка. А, я понял, что там надо делать. Да, распрыжка. Что маленькая распрыжка. Так, ребята, я за вами бегу. Демастер, нужно распрыгаться. Думаете, я вас не забыл? В смысле не забыл? Думаешь, мы тебя не забыли? О, как, да, получается. Наоборот. Блин, не упал. Так, а тут что? А тут лед, короче, смотри, сюда попрыгиваешь, да, вперед. И... Так, где Демастер? Демастер, наверное, нужно наверху. Я прошел карту, сюда здесь жду. Вот сюда они. Опа! Так, я его даже не наблюдаю. Где, кого? Тебя. Ну я стоял, тоже ждал поначалу, а потом подумал, типа, ну интересно, что-то... О, Тарасар, быстрее наверх. Вон он.
Вот видишь, что получилось. А где ребята, покажите, ребята. Блин. Вон они. Мне так кажется, что нам там на уголок. Ага. Ладно, они нас догонят, я думаю, догонят. Но если не в этой серии, то в следующей точно. Может быть, они догонят не в этом году. Опа, Макс, у меня получилось, да, там нужно уголка на уголок. Не, так, мы верим в них. О, а я так сразу случайно, знаешь, что сделал? Спрыгнул на два уровня вниз. Бывает, бывает. Ребята, тут какие-то фиолетовые стержни, штуки, не знаю. Ай. Ну по ним прыгай. Стержни. По ним прыгать надо, а по ним можно скалолазить? Можно попробовать, всегда можно попробовать. Просто... Нужно попробовать, нужно. Да. Ну пойдем туда, сейчас посмотрим, поверим. 1000 лет не паркурил в Майнкрафте, в целом плюс-минус начинаю вспоминать. Главное, чтобы не было вот этих вот дурацких прыжков с опрыгиванием, мои нелюбимые. Это Nail Jump называется. А, с попрыгиванием вот с этим как... дурацким. Какой-нибудь блок нужно, не-не-не, нужно какой-то блок опрыгнуть, для того, чтобы, как бы, залезть. Ну, и получается. Блок перевернутый. Сейчас, подожди, я понял, смотри. Блин. Сейчас, я помню, мы проходили карты, на которых было там по 5, нужно было прыгнуть блоков, там двойные блоки прыгали. Да, помню. Мне кажется, можно попасть туда. Ёка, лэмэны! Мне до сих пор кошмары с тех карт снятся. Ничего себе. Я наконец-то понял, почему я плюсь в самом конце, вот блин. У тебя включен автоджамп? Нет, у меня спринт. Короче, не всегда срабатывает кнопка. На уголок? Ключ, да, на уголок. Кнопка какая не срабатывает? Распрыжка, Макс? Это не распрыжка, как бы ты бежишь по лестнице, просто, не распрыжка, ты по лестнице бежишь, как бы, там лесенка такая, на уголок, а потом на уголок уже следующей стороны прыгаешь. Ну, как бы ты бежишь наискосок немножко, и потом вот сюда на уголок попадаешь. Поп-коп, бежишь. А, все, вот, так, где Вова? Вов, давай, там вообще изи. Хорошо поддержал, да? Вообще лучше. С первого раза, Тарасар, с первого раза. Да как так-то? Даже не почувствовал. Да ё-моё! Какая-то путаница, мне кажется. Нарасар, это, видимо, сложный для тебя уровень, да? А, вот сюда нужно... надо. Сейчас буду чинить свою клавиатуру. Да. Последний раз, когда я слышал, когда мне друг говорил, сейчас буду чинить свою клавиатуру, потом услышал... На зелёный блок надо было. Не-не-не. Я нормально прохожу уровень. На зелёный, потом на жёлтый надо. Не знаю кто. Видишь, я не могу здесь добраться. О, хух! Это было сложно. А что за таймер справа? Таймер? Таймер? Тайм, что это тайм справа? С Никитой мешают эти какие-то времена. Мих, подскажи, там какая штука, я не долетаю. Слайм-блоки, на которые можно прыгнуть, тебя подкидывает. Да, да, да. Макс, они под зеленым ковриком, под зеленым ковриком. Вот они, я нашел ковер. Да, нашли? Это обманка, это троллинг-ловушка, понимаешь? Спасибо вам, ребята. Так мы блин, Тарасар, смотрелся на тебя, не нажал пробел, представляешь? Бывает. Сегодня твои большие голубоглазые глаза, да. А у меня не глаза, у меня же визор. 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 А! Ой, прости. Или... Я не думал, что ты улетишь, если честно. Давай, Макс, вперед. Тарасар, как ты вот так? Я ударил так, чтобы ты врезался в стену, но ты решил улететь. Он специально это сделал, знаете, чтобы потом говорить, да мастер, ты меня скинул. Из-за этого ты придешь первым, да? Я даже не стараюсь, типа, чтобы прийти первым. Давай, Макс, давай. Просто паркурь, прикольно. Так, а здесь куда? Согласен. Куда дальше? Вот, друзья, когда я принял ненормальность своей глючной мышки, я сразу же их нагнал. Мама, я понял. Вова, никак? Сэр, мне кажется, это обманка. Погоди, Сузоя, куда здесь сидеть? Здесь больше некуда. Да вот, что, по этой штуке можно подниматься? Да я вот подумал, что... Я не играл просто в новой версии, понимаешь? Просто мне кажется, что туда не долететь, до земли. Получилось. Тарасар, могу тебя подтолкнуть, прыгай, я тебя подтолкну. Не, давай ты вперед. Ну что, хорошая тренировка, спасибо вам, ребята, за тренировку. Не подталкивай, нет. Подтолкни тебя, Тарасар. А куда нам здесь? Куда? Во, смотри, вот здесь. Что, о. Начал это обманка была, выше. Понял, это обманка была, да? Да, по всей видимости, здесь куда? На дерево. Там вон дырочка в дереве есть слева. А, ну это обманка тоже, обманка. Ура, набрался. Это тоже обманка, мы вначале вернемся. Да. Так, а что, наверное, на дерево? Хотя... Да, дальше по одной локации. Так, Макс, давай. А чекпоинт где? Я тебя жду. Нужен твой совет. Опять этот долбанный лайм-блок под зеленкой. Так, ты добрался, да? Смотри, я объясняю, Тарасар, не-не-не, это неправильно ты делаешь. Нужно запрыгнуть на эту, смотреть на ту, потом на ту, потом наверх, там слаймы перепрыгнуть. Никита, а как там оказался? Я тогда вам походить придется. Как там оказался? Да. Ты вот на зеленый коврик, видишь там? Да. И потом на платформу. Ну, пока. Пока. Не на воду, только не на воду. Увидимся с тобой в другом видео. Угу.
Сейчас я бегу, я догоню. Не, там слишком сложно, фигня, ты пару раз останешься, уже не догонишь. Так. О, я в домик зашел. Блин, круто, можно поспать. Все, ты теперь в домике? Да. В домике, его нельзя трогать. Не будите его, пожалуйста. Так, Нарасар, я уже два чекпоинта с тех пор прошел, ты как там? А я сейчас пройду то место, которое ты прошел. Есть. Я уже на другой ступени, Тарасар, на другой ступени, на третьей ступени, на четвертой, на пятой. Опа, еще один чекпоинт. Ты что, в гейм-моде, что ли, проходишь там? Да, в гейм-моде прохожу. В гейм-моде? В гейм-моде. Это хорошо, что так акцентируешь внимание на этом. Любили там деревянные домики, там что-то залезать, такие шалашики всякие. Ага. Опа, домик. Да ладно, мы все вместе тут, да, нифига себе, ребят. У вас, видимо, одинаковый скилл. Идем. У вас одинаковый скилл реально по паркуру, значит. Ну, когда меня не пелит моя мышка, то да. Так, хорошо. Ну, ребят, мы вас сначала, кстати, слегка ждем. Слегка. Он не всегда срабатывает. По ящикам, наверное. Может, не Кирасир, как у тебя клиент с... А у меня, я не с этим клиентом сейчас играю. Я с обычным Майнкрафтом. Да ё-моё. Капец, здесь какие-то обманки опять пошли, непонятно куда прыгать. А это как ты прошел, что-то я не понял. Ну это вот скилл, скиллуха, да, скилл. Бицуха? Так. Бицуха качал. Я бы сказал бы этот, трицепсуха или что там на ногах. Как он там? Икруха. Икруха. Икруха, да. Хоть не макруха. Я тоже об этом подумал, кстати. Ну дальше, выше, короче, ребят. О, Тарасар, твой любимый паркур, кстати, здесь у нас. Почему любимый? Ну, с невидимыми блоками. Знают все твои вкусы. Наверное. Так, тут, кстати, что-то написано. О, нифига, это круто придумали. Офигенно придумали, да, мне нравится. Слушайте, все слушайте. Здесь написано Blue, Green, Red, Yellow. Именно такая последовательность, возможно, пригодится нам для чего-то дальше. Да, я прямо сейчас здесь. Blue, вот сейчас будет... А, Green, все, понял. Для чего, интересно? Да, синяя вода, зеленая трава и желтое солнце. Нет, чуваки, я могу вам рассказать, для чего. Blue, Green, Red еще, Yellow. Короче, я давайте объясню. Красная рожа от перегара и солнце. Давай, Демастер, говори. Короче, здесь есть паркур с невидимыми блоками, и цвета обозначают уровни, на которых они стоят. Ну, то есть обычно они всегда на одном уровне, на других паркурах, которые я играл, а здесь их сделали на разных уровнях. И ориентируясь по цветам снизу, ты сможешь понять, на какие это. А какой следующий уровень, куда тебе смотреть вообще в целом, потому что блоки-то невидимые. Прям головоломка. Невидимые блоки. Я, конечно, многое понял. Ну смотри, сначала. Сила. Сейчас запрыгнешь, что ты соратеска ручу делал. Я пока еще тебя вижу, мне кажется, уже 10 чекпоинтов туда прошел. Red, yellow, да, там было? А как я до грина допрыгну? Блин. Нифига, здесь уровень прикольный сделали, вообще, чуваки. Я бы хотел это показать. Это вы офигели просто. Там новый уровень. Мы офигеем. Ау! Да, ну, Тарасар скоро офигеет, вы еще не так скоро, но тоже офигеете. Да все офигеем когда-нибудь. Да. Здесь такой перевернутый мир, я бы сказал бы. Ну, отлично, блин, ну что за невидимые паркуры? Вот там просто, смотри, вот. Да не, иди там же в домик, кажется. В домик иди, или по тропинке, не-не-не, туда. Тут когда я тыкаю, направо, да. А, вот сюда. А вот тут уже непонятно, Макс. Лава. Нужен ты. Окей. Нужен интеллект. Так. Интеллект идет на помощь. Или бицепс. Так, хорошо, прошел еще одну часть паркура. Так, смотри, мне кажется, на дом надо. Что-то мне кажется, что-то типа на лиану. Да, ребят, могу пробраться. Скажите, тут по лианам надо лазить. Ну, по некоторым, да. А вы где? Там где такой маленькой будки сидите? Ну, там типа будка и типа... И дом рядом такой есть. Рядом еще такое дерево, да? Да, но да, слева да. От дерева что... такая доска с будки, на ту доску нужно перепрыгнуть. А потом по лиане подняться на дерево наверх. Понял. Все. Да, я так, тоже на этом месте застрял. Понял. Ну, ребят, скажу вам честно, то место даже для меня было сложным, я не сразу понял. Угу. А я паркур, кажется, тут 500 прошел. Для такого паркур-мастера, как Демастер. Не, ну я не паркур-мастер, конечно, Ну, что-то вроде умею. Я просто в свободное время всегда паркурю. Паркур-мастер, получается. Ой, извини, Никит. Не хотел. Мне кажется, я тебя толкнул. А что сочетается Демастер, паркур-мастер? Очень даже. Конечно, сочетается. Да, много с чем сочетается. Но это даже не оскорбительно, так что отлично. Паркурмастер, конечно, не оскорбительно. Это наоборот, великое такое... Восхитительное. Да, прозвище. Блин, а тут чё, куда? Это что? А, нет. Фух. Я испугался, что это прыжок в зал. Ты что, урон получаешь в Роблокс? Я не тоже делаю так. Уф. Ой, нифига себе, вопрос с первого раза. Как? Ничего. Блин, я чуть мозговой урон не получил тут. Ох, ты же без распорядки прошел. Тут, на самом деле, пока... Я везде там
разгонялся. Без распышки, но везде разгончик. Ребят, я вот весь все проходил пока что. До момента всего лишь в двух местах действительно нужна была распышка. В остальных местах можете сильно не париться. Здесь как золотая кнопка. Так, а куда здесь нужно прыгать-то? Я и понять не могу. Я упаду и нафиг вообще отсюда. Так. У меня там не получается. Ага. Я вижу даже ник демастера. Это временно, Терсер, это временная проблема. Проблема? Скоро перестанешь выйти. Это не проблема. А как мы тут туда запрыгнули? Я не понял. В смысле туда запрыгнули? На платформу. Дальше. Нет, в смысле... Как вы запрыгнули? Потом на дерево, после домика на дерево прыгнули. Терсер, смотри где, смотри где, Терсер, смотри где. Так после домика мне не получается. Я в другую сторону направо смотри. На дерево. Вообще не получается, я не знаю почему. Думаешь, тут реально? Мне кажется, я пошел не по тому пути, Терсер. Короче, Терсер, я какой-то новый паркур прошел в обратную сторону, я сейчас потратил очень много времени, просто потому что паркур проходил в обратную сторону. Так что я вообще не в ту сторону пошел? Да. Не понимаю, как там. Ну что, вы далеко ушли от того места, ребят? А, о, лесик! О, Терсер! Привет. Да сейчас, Макс, а опять в обратную сторону, что ли, иду? Да что ты... Опа. Дурацкий паркур, реально, дурацкий паркур. А, боже, ну я дурак! Какой же я дурак! Ой, я дурак! Полчаса сидел на уровне, а меня Штерсер догнал, которого я уже отстал на 50 уровней, просто потому что я... О, боже. Ты шел снова не туда? А, там нужно нажимать пробел. Нажимать пробел. Очень полезный совет, Терсер. Пробел и shift. Не получается. Вот отсюда нужно, смотри. Вот здесь. Да как я посмотрю, я еще не добрал. О. Давай, добирайся. Так, где, Терсер, где посмотреть, что они там делают? У меня, кстати, облака надо выключить. Вот так. Не-не-не, я хочу пройти этот уровень. Ну хочешь так? Ты просто сказал, ты пас, и я поэтому подумал, ладно, давай. Нет, если я должен хочешь, пройти. Проходи. Я должен пройти. О, это... какие красивые место. Камешки. Потому что если не пройдут то, значит, ну типа, смысл мне идти дальше. Блин, в Майнкрафте столько много красивых блоков добавили, я просто бегаю и смотрю. Так, в любом случае, спасибо. Такое я вот все-таки не могу понять, как ты вот сбоку пробрался и вот так вот. Магия. Да, ну я тебе показал, Макс. На самом деле я могу рассказать, это тайну Терсера, он просто с читами играет, чуваки. Все просто. Читаем? Ой, зачем ты просто взял, спалил меня? Только что при мне с флайхаком взлетел на три уровня, прилетел до меня. Я еще и телепортнулся до этого. Да, вообще. Ну, читер, это просто опка у него. Да. Я вообще не понимаю, как там добраться. Ну это пробовать нужно, пробовать. Я тебе показал, где нужно прыгать. Вот, пробуй. Ты так же прыгнул тогда? Ну, не сверху сбегай. А по нижней вот этой планке пробегай, а потом в бок прыгай. Не, я в бок прыгаю, и я все равно вперед. Да. Я просто поворачиваюсь, как бы. Поворачивайся. Как бы лицо у меня поворачивается в бок, а тело летит вперед. Чё? Что-то не работает. Меня кинуло вообще в самое-самое начало, Миха. А ты, наверное, спаунпоинт поставил, потому что не на твердом блоке, не на цельном, а на лестнице или на каком-нибудь полублоке. Долети туда в геймоде, где ты был. Ух, ну что это? Да, надо спаунпоинт, ребят, обязательно ставьте вот на цельном блоке, не на полублоке. Мы через это уже проходили. Да. Самое главное, если не получается, ребята, ставьте за этот, до этого прыжка, типа, за один прыжок хотя бы. Потому что, ну, по-другому никак это уже... Иногда раз прыжка нужна, да. Просто Майнкрафт так устроен, что он, типа, не сохраняет на ненормальных блоках игрока. Да, ё-моё. Ура, я прошел этот подземный уровень. Ну я почти добрался, почему мне не дает? Благодаря... Что это такое? Маму. Что за крики? Что там такое? Капец, это что за новые блоки в Майнкрафте подобавляли, вообще непонятно. Я тут прыгнул на какую-то кувшинку новую, а там согнулась надо мной. Она опускается, если... Ура, я добрался. Как по спавнпоинт ставить? Палочка, Макс, спавнпоинт. Угу. Ты можешь палочкой написать, потом SP и Tab нажать. SP? Ну, SP, спаунпоинт, да. Yes. А, это чертов куст, я его даже не заметил. Так, я что-то умер и на старте оказался, вы же сказали пасть. Ну, потому что поставил не на ровном блоке. Да, лети просто, лети в гейммод, врубай, лети в то место, где ты был. Да, либо просто можешь на нюке его портнуться. Да, я удачно прошел. Мастера. Ну, можно меня портнуться, но здесь сразу же хард левел, тебе лучше сначала предыдущий пройти. Известная неполная команда, в смысле? Потому что, наверное, SP без... Продолжение ты ввел. SP-тап. Ну, у меня на точку возрождения. Я поставил на старте. Зачем? Мне нужно было... Лети на геймоде туда, где ты упал. Ну, не ставится геймод. Геймод-то почему не ставится? А, надо один там прописать, что ли? Не один. Там нужен... А ты нажимай просто F3 и F4. А,
разобрался. Менять так можно. Блин! ТРСР. О, до кактусов дошел. Укусил меня. Да, помню, 15 минут назад с этими кактусами парился. По-моему, уже 20 минут назад. Нормально вот тут, конечно. Ну ладно, пока там... Час назад эти кактусы проходил. А я пока доберусь, пока в полете. Я не знаю, чего там прыгаете, а я на самый верх в полете. Давай, Макс, давай. Круто будет. Наруто. Так, и чё, куда дальше? О, да. А дальше будут вот это. Цветные блоки. О, победитель. Хорошо, что мы в разное время проходим, потому что здесь место, которое нужно пройти за время. Типа с поршнями и стоуном. Нифига себе, круто. Хотя, с другой стороны, я могу это пройти, потому что когда ты придешь, ты мне откроешь, я просто пройду. Это лайфхак. Блин, я почти прошел, На самом финише. А я, смотри, демастер, посмотри, я тут лечу. Погоди, мне нужно за время пройти. Фух, прошел за время, Да. Я тут по деревьям. Прыг-прыг-скок. А почему на самом последнем месте? А тут автоматически. Теперь нет. Ты не на последнем, где ты видишь это? В тайме. Варен Ли улетел наверх, и видишь, он теперь где находится. Он теперь в самом низу. Так можно просто определять, на как далеко ты друг от друга. То есть видишь, ты в два раза дальше. Спаунер, а что это за спаунер? Он мне нравится. А нужно не на спавнер прыгать там, а пропрыгивать, получается, повыше и на слайм-блок потом. А вот когда я в будке залетел, куда дальше, на лиану или куда прыгать, я не помню. Да, наверное, я не помню конкретно, сложно так сказать. Так, мне кажется... Как прыгать, куда? В собачьей будке. Круто, мы попали на ТВ. Типа на лиану, что ли, надо забрать? Я не понял, короче, поэтому... Да, на лиану, да. Воу-в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 оу, полегче. Капец, что? Вот это развод был на 1000 долларов. Да не, ну так нечестно получится. Я просто не знаю, как с той будки пройти. Ну, в смысле, я прошел, а дальше я вообще не знаю, что куда идти. Как бы... Подскажи еще раз про слайм-блоки, там, где ты в лобби пока подсказывал. Там с правой стороны такая вышка, вот туда нужно вам пробраться. И с нее уже на слайм-блоке запрыгивать. Сюда, наверное. Получается... на следующий уровень. Нет, не сюда. Да как на нее-то, Вов? Я вот уже в какой-то объем странный опал такой. Да ты надо мной. Над тобой прямо? Да. А ты где-то, Рассер, что там, ты что видишь? А я под тобой. Ну что видишь, что видишь? Вижу гриб. А, ты там еще? А я не знаю, куда тут. А, тут лиана. Понятно все. Ну тут уровни стали чуть посложнее, они теперь типа с какой-то смысловой нагрузкой даже идут некоторые. Теперь я возможно наступил на плиту, могу двигаться дальше. Ладно. Да некоторые просто проходные, запутался. Да. Кстати, нет, если вы спрыгнули вниз туда... одного уровня. Если вы спрыгнули вниз в место, где спаунпоинт, спавнер, то да, вам нужно заново. Оттуда не выбраться. Да, вот понял. Новая золотая кнопка. Или всё, нет? Понял, ТРСР, понял. Черно-немо, не, нужно прям это гнуть. ТРСР, ты сколько от меня отстаешь? Ну, там написано, наверное. Блин. Судя по графику, ты уже даже от Варендли отстаешь. Ну, потому что Макс очень профессионально проходит паркур. Да у меня одно место дурацкое было. Я бы всех обогнал бы, если бы не та будка, блин. Это точно. Так что вы там не зазнавайтесь, то особо. Ладно. Паркур номер два. Поставил всех на место. Все. Прости, только имей. Так, хорошо. О, все, я карту прошел. Ты реально прошел? Да я шучу. Это прикольный финиш. Я вроде как позади, но при этом знаю, что будет на финише. Очень странно. Ты как в ванге. Да просто он строил карту, чуваки, все понятно. А, точно. Вот оказывается, кто у нас билдер. Конечно. Я хотел вам подставу сделать, но я сам на эту подставу попал. Так, а что здесь делать-то? Хорошо. Оп. Отличный паркур. Паркур, это сила. Че это? Че за дела? У меня перед носом закрылась стена. Да, ТРСС только там. Вот прям в рифму. Круто. Че за дела? У меня перед носом... Да, закрылась стена. Йоу. Я себе, это что, клуб молодых рэперов? Ладно, я пошутил, не таких уже и молодых. Да не, молодых. Еще как молодых. Да ладно, ты это, пыль себе стряхни, ТРСР. Мне кажется, когда начинают люди говорить, да не, мы молодые, это уже все, деды. Да, пыль-то состряхни, да. Hello, fellow kids. Так, куда здесь? Я всегда хотел такой паркур проходить, когда увидел это обновление, но ни разу не проходил его. Вот это круто, что в нем попался. С медом, как... ух, тогда в нож не это. Как вместо слова проходить? Нажимать пробел и shift. Прям капец, у самого края. Капец, а как это пройти, я понять не могу.
Это точно. Ладно, Нюкиму спасибо. Ой-ой-ой, я случайно карту сломал. Нюким. Как? Что ты сделал? Надо быть креативным. Я просто ударил, и все, оно сломало. Ну что, оно может сломаться? А может, ну, типа, ну, разрушитель сломать. Карты, разрушитель карты. Ну, вроде так было, я вроде, ну, может, так еще было. Ай! Что ты построил, что ты разрушил. Ты мастер, что ты построил, что разрушил, ну. Ё-моё, слава. А я не знаю, кстати, медом проходить, если честно, я не знаю фишку меда в чем. Сейчас я тебе покажу. Приду, покажу. Можно вдоль него очень медленно спускаться и еще что-то. Ну да, ну просто здесь тупик. Еще что-то. Так, ну да, смотри, я скипну этот уровень, потом вместе с тобой его просто пройду. Ну, если хочешь, сделай. Да и когда дойдешь до медовых столбов, просто покажи мне, как это проходится. Мне просто интересно. Я просто реально про мед видео мало что знаю. Финал. Просто я вроде спустился, все сделал, ну, там уже просто ниша. Некуда идти. Да, какой это, липовый мед или какой там? Это какой-то хреновый мед. Липовый. А, хреновый. Из хрена мед есть ли такой? Ну, я хотел у тебя спросить, ты же медведь. Ну, у хрена цветы вроде есть, так что, наверное, и мед тоже из него можно сделать. А у него цветы есть? Думаю, да. Ну да, подарил я одному хрену вчера цветы. Думаю, есть. Зачем ты дарил какому-то хрену цветы, за мастер? Ну, так вот получилось. Хотел сделать доброе дело для хрена. Да, доброе дело для хрена. Ну, типа, он хрену, никто доброе дело не делает, жалко пацана. А, молодец. Да, три раза на одном и том же месте упасть, это просто чисто я. Дичь. Да, Тарасер, ну... Три раза? Как еще три? А, вот теперь... О, еще один, еще один с таймером, Тарасер, слышишь, еще один с таймером. Еще один с таймером, найс. Тоже там закрывающаяся дверь какая-нибудь? Нет, здесь поршни. Поршни из воздуха выходят. Вот у меня тоже в одном месте пролагало, я упал. Ну теперь все нормально, я лезу. Не, ну поршни, конечно, лучше в синглплеере проходить, иногда бывает сервер все-таки дает, если знать, что это сервер, а не синглплеер. Тогда можно нажать на паузу, зайти в одиночку, пройти это место и продолжить здесь. Да, прикольно ты придумал, то у меня в одиночке нет этой карты. Сейчас скину, да? В таком случае стоит скинуть мне. Да тупая стена, зачем ты меня заблокировал? Так, Тарасар, ты вообще где? Я вообще не вижу, да даже до меня еще не дошел. Я на, как называется, на книжных полках. Это где вообще? Я даже не помню такого уровня уже. Ты, наверное, его скипнул. Не, я ничего не скипал. Я скипнул только один уровень, это был майонезный этот. Медовый, может, ты хотел сказать? Да, 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 медовый. Почему майонез? Видимо, майонеза захотел, да, мастер. Я не люблю майонез. Любишь майонез? Не люблю. Я подумал, я раньше в детстве я любил, знаете, что вот пельмехи с майонезом и кетчупом фигачить. А-а-а. Особенно жареные, как мне это нравилось вообще жарить пельмешки, а потом, короче, их скидчили. А все, кажется, я прошел карту реально. Ты один уровень еще не прошел. Не, все, дошел до конца. А. Ну ты же майонезный уровень. Все, так это все, это конец, я спускаюсь вниз. Ты майонезный уровень скипнул. Ты его должен пройти теперь. Погоди, сейчас я пройду до конца карту, потом тебе просто на тебя, ты почти до него дошел просто, Тарасер. Я спускаюсь. О, смотри, вижу тебя! Здорово, мужик! Где ты? Да, Тарасер, я пролетел уже давно, я уже остальных вижу. А вот тот уровень с домом, с будкой. Все, я прошел полностью карту, я падаю зачем-то в самый-самый низ, все. Congratulations, thank you for playing. Круто, так, Тарасер, тебя поздравляем! Все, вот этот уровень единственный я не прошел, давай, показывай, как его проходить. Ну, это я тоже разобрался. Это изи было, да, вот это изи. Ну, а дальше что? А дальше сюда. Ну, вот я делал, а дальше что? Потом сюда. Как? Сюда. А, так можно было, понял. Ну, да, понятно все. Теперь обратно, вот здесь все. Зачем я это нажал? Уф! Тарасер, уф! Да. Я нажал случайно вперед и не нажал пробел. Ну я просто, видишь, я изначально не увидел этот, то, что здесь эта штука на один блок всего выше. Мне показалось, что они оба на два блока выше. Да, хорошо, что я эти паркуры с медом не проходил, ну их нафиг. Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то можно сказать... Подождите, стойте, вы оба прошли? Да. Да. Так о чем мне не говорите? Я так вот, заняло у нас, судя по моим часам, 2 часа 5 минут и 54 секунды. Вот, ну что ж, дорогие друзья, мы с Тарасером где-то за минут 40 прошли, может, быстрее. Вот, вот разница в скилле ровно. Да, ну это ничего страшного, бывает, и что научитесь, если вам интересно, как ребята проходили, как у них там жопа горела на каждом прыжке, можете у них обязательно посмотреть, да, в общем-то. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.
И, конечно же, ждите новые серии. Всем удачи и пока. Да, всем пока, ребятки.